Найдите такое видео, у меня есть в ТикТоке, где я подробно рассказываю, как выдается разрешение на покупку иностранцам, если покупают на судебном аукционе. Иностранцы имеют право покупать на судебном аукционе в Швейцарии, и для этого даже не надо делать перевод, можно принести на аукцион наличные деньги. Как только вы сделали ставку, которая стала выигрышной ставкой, ваше имя записывают, вашу ставку и ваше имя записывают, что вы владелец. После этого заполняется заявление и отправляется в службу, в кантональную службу, где либо вас дают разрешение, либо не дают разрешения. Если вам дали разрешение, то вы тогда уже владелец дома. Если вам не дали разрешение, то дом снова идет на судебный аукцион. Но если он продастся по цене ниже, по которой вы купили, вам придется доплачивать деньги, потому что вы уже должник будете. Но этого пугаться не надо, это просто такие тонкости. Я вам говорю очень поверхностно и кратко. Те, кто заинтересуется, они поймут, как, что нужно в таком случае делать, чтобы такие ситуации не случались. А так, пожалуйста, на аукционе тоже можно покупать.